Та скорость, просто космическая, с которой развиваются события, и как бы быстро пытаются поместить Владимира Карамурзу под стражу, ну, а потом, наверное, в перспективе постараться назначить ему наказание, говорит то, что российские власти боятся правды, боятся того, что он рассказывал про войну, которую российские власти требуют называть спецоперацией. Максимально быстро доехать к нас до конца. Именно такое обвинение предъявлено. Ничего другого, криминального, противозаконного Владимиру не предъявлено. Михайлова. Адвокат Вадим Прохоров.